И в заключении выпуска традиционная рубрика «Без происшествий». Коллега Илья Кошкин узнал у кировчан, помнят ли они правила дорожного движения. Всем привет! Вы смотрите «Без происшествий». И сегодня день образования пропаганды безопасности дорожного движения. И именно поэтому мы вышли с сотрудниками ГИБДД на улицы нашего города, чтобы узнать у кировских жителей, а помнят ли они правила дорожного движения. А скажите, вообще узнаете, как правильно и безопасно переходить проезжую часть? По пешеходному переходу. Посмотреть в одну сторону, подойти до середины, посмотреть в другую сторону. Ну и как же без эксперимента? Мы задали детские вопросы взрослым. И вот что они нам ответили. Какие цвета есть в пешеходном светофоре? Лиза, отвечай. Желтый, красный, зеленый. А если один цвет убрать? Желтый убрать, значит. И какие остаются? Красный, зеленый. Ну что, красный, желтый и зеленый. Точно? Да. Петель, там же два цвета в пешеходном-то светофоре. А в пешеходном светофоре там красный и зеленый цвет. Пешеходного. И желтый, красный. Уверены? Нет, только зеленый и красный. А какая часть дороги предназначена для пешеходов? Тротуар. Ну, где обозначены зебры. Светофор-то показывает именно красный цвет и показывает зеленый цвет. Но есть ведь еще одна часть, по которой они могут ходить. Ну, я не знаю, в каких-то местах там. А давайте так, вот мы на чем сейчас с вами стоим? Ну, на тротуаре. А это что? Ну, это же часть дороги, правильно? Да, да, да. Перед вами стоит автомобиль. Где вы его будете обходить? Спереди. Спереди или сзади? Спереди. А вы спереди. А если он вперед поедет? Остановитесь тогда и пропустите. Ну, да. Ежегодно пропаганда безопасности дорожного движения набирает свои обороты. Сотрудники госавтоинспекции работают в различных образовательных организациях. С участниками дорожного движения проводят мероприятия, акции, которые направлены на безопасность дорожного движения и повышение правовой грамотности в этой области. Сегодня этот эксперимент показал, что жители нашего города не совсем помнят ПДД. Но благодаря пропаганде они вспоминают забытое.